Сегодня ГТРК «Татарстан» и «Русфонд» представляют первый в наступившем году репортаж из цикла благотворительного проекта «Помощи больным детям». Это история совсем маленькой Софии Амировой, еще не ходящей и может не пойти. Но ситуация поправима. Для своего возраста трехмесячная София очень активная малышка, уверенно держит голову и не расстается с любимыми игрушками. О том, что у девочки тяжелый недуг, мама узнала еще до рождения. Диагноз «двухсторонняя косолапость» подтвердился, когда София появилась на свет. Я вообще никому не говорила об этом. Даже супруга? Он даже не знал. Он узнал случайно после рождения ребенка. Вот. Единственное, кому я рассказала, это была моя мама. Девочка прошла обследование. Ортопеды готовы как можно быстрее исправить ножки Софии по методу Панцетти, чтобы к году сделать первые шаги. Его эффективность высока. Сначала ножки гипсуют, потом ребенок должен носить специальные ботинки. Косолапость мы исправим. Стопа будет такая же, как здоровая. Правая от левой ноги не будут отличаться. Одинаковые изменения в обеих ножках. То есть там они будут одинакового диаметра, одинакового размера примерно. Родители Софии с нетерпением ждут начала лечения. Его стоимость 151 900 рублей. Сумма для молодой семьи неподъемная. Работает только папа. Помочь можем мы с вами, отправив смс со словом «дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Как внести больший вклад, можно узнать на сайте нашей телекомпании и Русфонда. Чтобы мы ее отдали на гимнастику, на танцы. Чтобы она так же, как и я, рисовала. Алмаз Хакимов, Адель Мендубаев, «Вести Татарстан».